В центре Твери на пересечении бульвара Радищева и улицы Андрея Дементьева установят новый арт-объект – кнопки печатной машинки. Монтажные работы уже стартовали. Это будет новая зона отдыха, где гости и жители областной столицы смогут остановиться, выпить кофе, почитать, сделать красивые селфи или просто насладиться погодой. На сегодняшний день в центральной части города идут ремонтные работы. Они ведутся на улице Трехсвятской в том числе. Параллельно обустраивается и уголок отдыха на пересечении улицы Андрея Дементьева и бульвара Радищева. Ожидается, что новые скамейки будут выполнены в форме кнопок от печатной машинки. Это будет еще один необычный арт-объект в городе, который будет не только радовать желающих отдохнуть, но и удивлять.